Всем привет! Решил с вами поделиться отличной просто новостью, а точнее своим доходом. Если вы еще новичок на моем канале, я уже 10 лет занимаюсь антиквариатом. И сегодня я вам покажу, расскажу, как я заработал 80 тысяч гривен. Вот эти деньги. Обналичил только с банкомата. Люди, которые стояли позади меня, немножко были в шоке. Я просто банкомат опустошил. Я ни в коем случае не хвастаюсь, уже не 5 лет. Хочу, особенно для новичков, показать наглядный пример, как можно зарабатывать вот такие подобные деньги, даже больше. Мои ученики зарабатывают еще больше. Вот на этих предметах, ну какие-то другие, естественно, попадаются. Начнем вот с такого комплекта. Вот интересная медаль, она идет с документом. Редкий значок. Сейчас у нас камера сфокусируется. Почетному полярнику. Номерной. Редкий, дорогой. Вот этот, в общем, комплект на одного человека. С виду может вам показаться обычные предметы, но это нормальная картина, потому что вы не разбираетесь. Вот такой рубчик 21 года. Состояние не очень. Но, тем не менее, люди даже покупают и такие в коллекции. Это все стоит своих определенных денег. Редкая монета 15 копеек 75 года. Пятнашка 69 года. Это мне подарил из Харькова антиквар. Уже со стажем, в возрасте уже человек. Уже давненько подписан на мой канал. Для него это все родное. То, что я показываю, рассказываю. И решил вот такой подарок мне сделать. Огромнейшее вам спасибо. Пятнашка 70-го года. Это очень вкусная, очень такая сочная, жирная монета. Каждый нумизмат ее желает иметь в коллекции. Ее цена на данный момент составляет 200 долларов. Но также не забывайте, все зависит от состояния. Если покоцанная, цена будет меньше. Вот такие монетки. У меня есть обзоры на них. Можете посмотреть, если вы еще новичок на моем канале. 1 гривна 96 года. Показала неплохой рост осень и зима 18 года. Ее цена где-то 130-150 гривен. И ценник будет увеличиваться, расти. Мои самые первые купленные часы. Полет Делюкс. Эти часики также ценятся и котируются коллекционерами. Вот такой полет. Аушка 20. Вот такие позолоченные часики. Вот на таких подобных предметах все антиквары зарабатывают, также мои ученики. Как в Украине, в России, в Казахстане уже один человек появился, в Германии, Америке, Польше. Дальше двигаемся. Вот такие солдатики, если у вас дома остались, из вашего детства, либо же какие-то довоенные, послевоенные. Я приоткрою секрет, если вы еще не знали, есть солдатики и по 50 долларов, и по 100, и по 200, и по 300, и по 400 долларов. Также я их готов покупать, у меня есть коллекционеры, которые выкупают это все, которым интересно. На полках собирают они, ну, у каждого свои увлечения. Кто-то монеты, кто-то знаки вот такие интересные на винтах.
шахматные часы. Сами шахматы мои любимые. Я думаю, вы уже поняли, что это мое такое самое топовое направление. С виду может вам показаться обычные шахматы, но не тут-то было. Они-то стоят денег. Также есть у меня курсы по шахматам, после прохождения которых мои ученики начинают понимать, разбираться и, самое главное, это зарабатывать. Потому что есть шахматы ценные и неценные. Курсы по монетам, по часам, по игрушкам детским, железной дороги, куклы туда входят, конструкторы. То есть на какие предметы я указываю конкретно картинки, показываю, вот и что почем. Карты игральные. Это у нас без упаковочки. Немножко, конечно, минус, но тем не менее найдется и на эту колоду. Вот такие уже вскрытые. Вот такие запакованные. Карты игральные также. Есть коллекционеры, люди покупают, коллекционируют, наслаждаются. И кайфуют, скажем так. Всем известны Мельхиор ложки. Ценятся новые, не бэушные. И желательно, чтобы они были вот в таких упаковках, коробочках таких советских. Вот такой наборчик. Часы. Даже можно зарабатывать на таких корпусах. Если вы еще не знали, дома пересмотрите. Это также я рассказываю своим ученикам. И обычные часики. На них можно также зарабатывать и довольно-таки успешно. И хорошие деньги. Вот здесь их целая такая шкатулочка. Можно и в белом корпусе торговать, и в таких вот позолоченных желтых корпусах. Ну, в позолоченных, естественно, там идут они подороже. Затем статуэтки нахимовцы. Вот такая статуэтка в Украине, в России, в странах СНГ, ориентировочно $300-400. Есть у меня курс по фарфору, после прохождения которого ребята также понимают и зарабатывают. Вот такая статуэточка, это все у нас ЛФЗ. Состояние отличное. Дальше мы переключаемся. Всем известный кубач. Серебряный подстаканник. Ничего сверхъестественного. Стопка серебряная. Мельхиоровые подстаканники. Вот эти все предметы, то, что вы здесь видите, я также готов покупать. Вот это все пользуется спросом. Теперь популярные фотоаппараты. Зенит. На нем Индустар. Самый стандартный, самый обычный и недорогой. Киев. На нем Юпитер 8М. Тоже самый обычный, самый простой. Вот такой бинокль. БПЦ-4 8х30. Желательно, конечно, чтобы бинокль был не покоцанный, а в таком вот отличном состоянии. Да, кстати, еще подзабыл. Вот у нас самовар, икона. По времени, значит, я заработал вот эти деньги. Получается, за декабрь месяц и в январе, вот у меня была классная сделка, я очень выгодно продал кортик.
Этот ролик вы можете посмотреть в Инстаграме. Обязательно подпишитесь и посмотрите, все увидите. Также на меня выходят уже коллекционеры, которые находятся за пределами Украины. Их уже количество составляет 15 человек. И они под заказ у меня заказывают различные вот такие предметы. Кого-то интересуют монеты, серебряные, золотые, награды также. Кто-то собирает фарфор. Поэтому, если вы находитесь за пределами Украины, контактный номер вы найдете под этим роликом. Также есть у меня курсы по антиквариату, на которых я все подробно и досконально рассказываю, показываю. И вот тут эти пачки денег, это даже не предел. Люди зарабатывают гораздо больше. Это конкретно мой наглядный пример за декабрь и за начало января. Я считаю, что это тоже довольно-таки неплохо. 80 тысяч это чистыми получается. Почему под Новый год вот такие доходы? Потому что коллекционеры покупают на подарки, либо коллекционерам покупают, и люди тратятся вот на все на эти безделушки. Моему каналу 22 февраля исполняется 1 год. Если ты досмотрел и не перематывал до этого момента, у меня будет супер розыгрыш. Обязательно посмотри этот ролик и подпишись на мой канал. И возможно именно ты выиграешь самый главный приз, который перевернет твою жизнь. И ты начнешь зарабатывать подобные суммы денег и даже больше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!